Представители организации и учреждений города вышли на уборку территорий. Совместно с волонтерами проекта «Будущее Арктики» активисты навели порядок на одном из самых загрязненных участков – в лесном массиве в районе старого полигона. Существенную помощь активистам оказывают нефтяники. С подробностями Ирина Бугрим. Ликвидировать все несанкционированные свалки в границах городов страны, выявленных на 1 января 2018 года – это одна из ключевых задач национального проекта «Экология». Сегодня на территории лесного массива и промышленной зоны Муравленко выявлено более 50 свалок. Некоторые из них будут ликвидированы за счет городского бюджета, другие – при помощи эко-волонтеров. Один из самых загрязненных участков лесного массива вблизи города – старый полигон. Здесь представители организации и учреждений совместно с экодружиной проекта «Будущее Арктики» проводят не одни выходные. С начала сезона с этой территории уже вывезено более 500 кубометров мусора. На помощь пришли нефтяники. Все это началось еще с прошлого года, когда мы определили все эти участки. Мы объезжали совместно с управлением муниципального имущества, определяли места для уборки будущей. И вот в этом году при поддержке «Газпромнефти», при поддержке компании «Весь Север», которая выделяет нам талоны, мы приступили к работе. Еженедельно компания «Газпромнефть Ноябрьснефтегаз» предоставляет несколько единиц спецтехники, ковшовые погрузчики и самосвалы. И это существенная поддержка. Без транспорта вручную справиться с огромной несанкционированной свалкой вблизи города нелегко. Каждые выходные, да, не каждое предприятие может так пособить органам местного самоуправления в части уборки. Также спасибо волонтерам, которые приходят свои выходные и проводят здесь. У эко-волонтеров еще много работы. Общая площадь старого полигона – 25 гектар. Ирина Бугрим, Анатолий Шуликов, новости Муравленко.